Всем привет! Сегодня я проведу обзор трамвайного вагона LM2008. Либо по-другому этот вагон называют 71-153. Вот так выглядит крыша вагона. Кстати, сразу хочу сказать, что это низкопольный вагон. Вот так выглядит вагон спереди. Тут есть зеркало. Изначально было и с другой стороны, полупантограф. Так выглядит вагон сзади. В окнах вагона отражаются другие трамваи. Также вы видите, есть цепка, и с другой стороны тоже была. С другой стороны вагон выглядит вот так. В данный момент вагон не эксплуатируется, как и другие вагоны из А3. Спасибо за просмотр.